файл найден. Взрыватели 2 и 4 изолированы. Чтоб тебя! Прокси-сервер ругается на 3 алгоритма запуска. Попробую как-нибудь обойти его. У нас еще остались взрыватели. У меня нет выбора. Похоже, у нас синий код. Держись, братан! Врача! Так это вы, группа Хищник? Да, то, что от нее осталось. Мы должны вытащить вас с открытого пространства! Место сбора — любая защищенная площадка в горах! Враги ползут со всех сторон! Это Браво 1-2! Уходите через горы. Мы дадим вам столько времени, сколько сможем. Увидимся на параде в честь победы, сержант. Я видел это, когда мы приземлились. Ты знаешь, чем все закончилось? Да, ну что скажешь? Я видела, что произошло с катером, но списала это на аномалию. Я передам эту информацию в управление. А ты доберись до отряда Сьерра и скоординируй нанесение удара с воздуха. Командир, это Сьерра. Направляемся на 270. Высота 7 километров, цель на расстоянии 16 километров. Приближается. Поняла вас, Сьерра. Будьте начеку. У нас серьезные радиопомехи. Думал, корейцы нас глушат. Понял. Вот это дело. Наконец-то можно будет размяться. Спокойно, Сьерра-2. Наносишь удар и возвращаешься. Понял? Так точно. Сьерра, это командир. Хищник будет координировать ваши действия с земли. Хищник? Полагаю, у меня нет выбора. Лопни мои глаза, я так и знал. Шон О'Нил. Сьерра, задействуйте семерку. Отбой. Понял. Максимум силы. Максимум скорости. Сбрасывайте бомбу по себе.
сигналу. Отбой. Вас понял. Корейцы скоро будут изолированы. Теперь нам нужно обезвредить их базу на побережье. Направляйтесь туда и будьте готовы приступить. Сбросить бомбы. Есть. Черт возьми! Максимум скорости. Сьерра, поступили новые распоряжения из штаба. Сьерра-2 меняет местоположение и будет осуществлять поддержку с земли. Понял, командир. Никак нет, командир. Вышлите Сьерру-3. Сьерра-3 уже на позиции. Она хочет сказать, что алкоголикам не положено качать права. Но... Ты хотел размяться, Сьерра-2. Вот и разомнись. Ладно, поддержка с земли. Понял. Сьерра-2, это командир. Задача номер 1 – захватить и обезвредить объект. Задача номер 2 – провести рекогносцировку. Не выключай камеру. Я засек корейскую военную сеть. Залезь в нее и выясни, что они задумали. А если нам повезет, мы найдем гораздо больше, чем просто данные разведки. Максимум скорости. Итак, было много болтовни, но ключевые моменты таковы. Первое. Операцией руководит государственный чиновник из Пхеньяна, полковник Ли. Второе. Недавно он забросил из Йонгбьонкуна особый груз. Мать твою! Они же там проводят испытания ядерного оружия! Именно. Я обязана доложить об этом наверх. Но до тех пор, пока мы не определимся с порядком действий, это будет вашей главной целью. А вот это уже интересно. Отряд Айдахо сообщил, что корейская станция военной пропаганды забивает наши частоты. В их военной сети обнаружено указание на источник помех, расположенный рядом с вами. Максимум скорости. Добавьте его к целям второй важности. Понял, командир. Максимум скорости. Достаточно энергии. Максимум силы. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум брони. Знаете ли вы, что ваше присутствие на острове является нарушением норм международного права? Да, ваше правительство не только рискует вашими жизнями, но и делает вам это. Не волнуйтесь. Генерал Хон великодушен. Он простит вас. Немедленно сдавайтесь, и мы поступим с вами справедливо. Международное право. Бойцы спецназа США, ваше присутствие здесь нежелательно. На вашей родине, в Нью-Йорке, тысячи людей выступают против вашего вторжения. Представители всех стран ООН осуждают ваши незаконные действия. Бойцы Народной армии КНДР сильны и... Каналы снова чистые. Отряд Айдахо тебе, наверное, максимум благодарен. Максимум брони. Максимум скорости. Вижу самолеты противника. Готовлюсь к атаке. Нет, приятель, твоя задача — поддержка с земли. Нам нужно разобраться с корейской базой.
Каково минимальное расчетное время прибытия? Около 10 минут. Тогда действуем по плану. Отметь мои объекты. Держись подальше от той заставы, псих. Я собираюсь сбросить туда кое-что. Понял. Не поджарь меня ненароком. Вот это удар! Слушай внимательно. Я не планировал действовать в одиночку. Нужно снаряжение. Что у тебя есть? Сейчас я пошарюсь в их сети. Есть. На побережье тебя ждет шикарный запас взрывчатки. Максимум скорости. Максимум брони.
работа здесь окончена. Вижу три самолета. Направление 150-25 на высоте 450 вправо. Мимо. Готовлю ответ. Иду направо. Ну давай, давай! Иду налево. Пытаюсь встряхнуть ее. Черт! Я подбит, левый двигатель отказал. Сьерра-2 погиб. Повторяю, Сьерра-2 погиб. Камера Унила прекратила передачу, но на последних кадрах мы успели кое-что ухватить. Принял, босс. Максимум брони. Мы уже засекли аварийный маяк Унила. Задача номер один — контейнер. Те снимки могут дать ответ на вопрос, что в нем и куда его везут. Максимум, из радиопереговоров корейцев следует, что они собираются обследовать разбившийся самолет. Ты должен добраться до него раньше них. Командир, это Сьерра-2. Прошу помощи. Ответьте, командир. Сьерра-2, это командир. Запрос принят. Подождите немного. Передаю его в эскадрилью. Отбой. Понял. Унил, ты это сделал? Что значит «я это сделал»? Еще бы я этого не сделал, черт возьми! Сьерра-2, это командир. Направляйтесь к точке сбора танго Папа 7-0. Никак нет, командир. Это место кишит корейцами. Пришлите спасательный самолет. Отказано, Сьерра-2. Ваш приказ? Вашу мать! Я один с пистолетом против целого отряда корейцев. Пришлите чертов самолет. Следуйте полученным приказам, Сьерра-2. Я скоро буду, приятель. Без паники. Псих, камера должна быть на катапультируемом кресле пилота. Доберись до нее прежде, чем корейцы ее уничтожат. Oh!
достаточно энергии. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум брони. Максимум скорости. Недостаточно энергии. Максимум брони. А как насчет пилота? По Нилам займется воздушный отряд. Твоя задача — захватить контейнер, а не проводить спасательную операцию. Я могу сделать и то, и другое. Твоя миссия слишком важна, псих. Я выберусь. Ты там держись, Анил. Я приду за тобой. Отлично, это твое дело. Но после выполнения миссии ты будешь действовать в одиночку. Я не смогу обеспечить тебе поддержку. И не думай, что на острове у меня нет других отрядов, способных выполнить эту работу. Недостаточно энергии. Максимум силы. Спасибо, Сэнкс. Максимум скорости. Влетит тебе за неповиновение, парень. Есть максимум еще новости. Брони. Максимум скорости. Я видел несколько стычек, когда снижался. У нас есть там какие-то отряды? Ничего о них не знаю. Это проект 914. Такой груз. Класс Дельта-4. В прошлом веке советы продали его прототип корейцам. Прямо музейный экспонат. Стойка. Безоружен. Некоторые правила я соблюдаю. Расчистим местность. Никак нет, 1-4. Мы в опасности, долго не
протянем. Срочно требуется эвакуация. Понял, Сьерра-2. Центр, это гриф 1-4. Направляйся к пункту танго Папа 7-0. Будьте внимательны, мы снижаемся. Местность небезопасна. Джестер и Ацтек погибли в бою. Пророк пропал без вести. Черт! А другой парень? Намат на другой стороне острова. Так вы с Наматом теперь сладкая парочка. Скажем так, бывали у меня напарники и похуже. Пошел ты, старик. Это должен был быть я, и тебе это известно. Черт, сколько же корейцев на этом, мать его, участке. Гриф 1-4, ответьте, что видно сверху? Хищник, это 1-4. Корейцы подняли тревогу по полной программе. Объекты движутся со всех сторон. Похоже, кто-то предупредил их о вашем приходе. Хищник, это гриф 1-4. Приближаюсь к месту приземления. Понял. 1-4. Черт, они открыли огонь! Отбой, мы уходим, здесь слишком опасно! Псих, есть идеи? Не останавливаться, продолжать движение до тех пор, пока не выясним, что случилось с нашим транспортником. Связку по линии! Перекройте им дорогу! Вам! Thank you.
Место приземления расчищено. Забирайтесь в транспортник. Уходим. Всем подготовиться к эвакуации! Эмерсон, мы готовы эвакуироваться. Данные с камеры загружаются. Ситуация изменилась, псих. На съемках со спутника видно, как корейцы загружают эту бочку на подлодку. Скорее всего, они собираются переправить боеголовки к нашим судам. Как только субмарина пропадет с радаров, все кончено. Мы не сможем отслеживать их передвижение. И в следующий раз услышим о них, когда военные корабли в Лексингтоне взлетят на воздух. Начинайте операцию. Да, мэм. Максимум скорости. Недостаточно энергии. Псих, впереди полно корейцев. Есть альтернативные маршруты? Никак нет. Вот дерьмо. Я буду помогать тебе с воздуха, пока могу, хорошо? Погоди, я спущу тебя с небес на землю. Так, что еще новенького? Внимание, корейцы впереди перекрывают дорогу. Не дайте им застать вас врасплох. Чтобы добраться до подлодки, вам придется просочиться вон в ту гавань. Она серьезно охраняется. Заходите с фланга. Все еще в гавани. Грузовые люки плотно закрыты. Она вот-вот отчалит. Как нам забраться в нее? Надо подключиться к корейской военной сети в гавани. Подключитесь к ней, и я посмотрю, что можно сделать. Корейцы тащат снаряжение в одно из строений. Я засек их с одним из тех электромагнитных гранатометов. Проверьте. Который вам нужен, расположен в одном...
скорости. Максимум силы. Я британец, ты балбес!
балбес. Идиот. Когда мы подгоним костюм, он может слегка сжать. Как тиски, только хуже. Пока костюм не растянется, боль будет невыносимой. Между кожей и костюмом появится зазор. Если его уменьшить, будет натирать. А если нет, то он начнет отрывать кожу от мяса. Я военнопленный, выродок! Мы уважаем Женевское соглашение. Однако нанокостюм не официальная униформа. Это сводит на нет все твои права. Анил! Да, напортачил. Но я все исправлю. Нашего убили! Синий кот! Вырубай нахрен! Еще 5 минут! Я сказал, вырубай все! Нахрен! Это был мой последний шанс.
смерти ни перед чем. Что за черт? Поворачивайте налево и идите по деревенской дороге. Слышу тебя. Беги сюда как можно быстрее. Мы потеряли связь с другим отрядом в нанокостюмах. Ты что-нибудь слышишь? Никак нет. Окей, мы здесь застряли, но нашли проталину. Медведь отправился посмотреть, не удастся ли ему пробить дыру к следующей впадине. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум брони. Вроде обязан. Все будет хорошо. Я слыхал, что последний человек, который вывел Эндерсон из себя, отделался легким испугом. Ладно, пойдем. Поднимайся! Остановите! Ты нашел дорогу? Медведь еще не выходил на связь. Идем к нему. Let's go.
достаточно энергии. Максимум брони. Достаточно энергии. Огонь! Последний рывок! Не подойдет! Заряжаю! Вот это рок-н-ролл!
теперь она точно сдохла! Ты слышал? Поднимай задницу и выдвигаемся. Все целы? Отлично. Псих, принимай командование. Двинули! Что с медведем? Задача номер один — наша миссия. Двигаемся на помощь чистнику. Черту контейнер! У нас человек пропал! А с другой стороны ледяной горы пропал целый отряд. Давайте выбираться отсюда. Хватили радиопереговоры корейцев. Судя по всему, полковник Ли находится где-то рядом с вами. Вы должны его снова выследить. У нас потери! Один убит! Я ранен! Пошли! Маскировку! Быстро! Оставайтесь на местах! Кекс, ты в порядке? Да, да! Дайте мне калибратор! Снайперы, впереди! На вершине карьера! Псих, нам нужно объединиться с отрядом Ястреба. Для нас это лучший выход. Последний сигнал от них поступил с востока. Как только я что-нибудь найду, дам тебе знать. Максимум брони.
Псих, это Дэйн. Мы нашли отряд Ястреба. Все мертвы. Должно быть, их захватили врасплох. У них не было шансов. Осторожней там, понял? Эмерсон, я вижу полковника Ли. Начинаю преследование. Черт! Если не выберусь из льда, мне конец. Пророк? Я замерзаю! Нужно тепло! Ты меня слышишь, пророк? Черт побери, пророк! Где ты? Черт, я его потерял. Псих, есть хорошая и плохая новость. Хорошая, мы нашли выход. Плохая — это заброшенная шахта, и я не уверен, что там можно пройти. Насколько это рискованно? Тебе лучше не знать. Но альтернативой является переход через горы при температуре минус 200. Так что это не выход. Давай подтянемся туда как можно быстрее.
достаточно энергии. Я пью.
слышишь? Дэйн, слышишь меня? Черт. Псих, это Эмерсон. Я засекла твое местоположение. Заброшенная шахта, тихие берега. Двигайся вперед, а я поищу в архивах карту. Как там Орел? Ребята живы, но сильно потрепаны. Ты ничего не можешь для них сделать. Я окажу им всю посильную помощь. У меня новая информация касательно той бочки, которую ты искал. Тот неопознанный вражеский объект, который ты видел на подводке. Это та же самая штука, с которой Намат столкнулся на их корабле. Возможно, что на этих существах экзокостюм, оснащенный оружием. Курсом.
Отличная новость. Как он? В хорошей физической форме, но после боевых действий мы получали от некоторых офицеров доклады, в которых описывалось все от тошноты до психотропных эффектов. Присматривайте за ним, ладно? Псих, мы обнаружили контейнер. Он в терминале, и корейцы загружают его в один из автопогрузочных поездов в шахте. Мы полагаем, что они собираются доставить его в аэропорт, расположенный на дальней стороне реки Анг, и переправить в Пхеньян. Ты должен пробраться в этот поезд. Максимум брони.
Максимум брони. Максимум скорости. Эмерсон, это псих. Я нашел контейнер. Ты должен пробраться в этот поезд. Какого черта? Прерываю запись на 5 минут, чтобы дать рекомендации относительно изучаемого объекта. Шон О'Нил. Заключение. Не отреагировал должным образом на синий код. Рекомендации. Немедленное исключение из всех программ особых сил без возможности восстановления. Расследование по делу отряда хищника закрыто. Пока мы не разработаем план выхода, твоей главной целью остается поезд. Не отставай от него. А если удастся, захвати. Понял. Этот поезд движется к аэродрому. Если контейнер окажется в руках полковника Ли, все кончено. Мы видели, какие разрушения причинили эти существа на острове. В настоящий момент сложно сказать, кто опаснее, корейцы или эти твари. Если полковник Ли получит свою посылку, нам конец.
Я вернул морпехов. Теперь на поисково-спасательной операции. Этой операцией руковожу я. И спасатели нам тут не нужны. Занимайся своими делами. Но в мою миссию не вмешивайся. Ты понял? Понял, мэм. Замедляется. Что они собираются делать? Система автоматически останавливается у следующей станции. Посмотри, удастся ли тебе захватить поезд. Я готовлю для эвакуации тяжелый транспортник, но на это требуется время. О'Нил, ты видишь какой-нибудь переключатель или что-то похожее? Из-за рельсов выглядывает башня. Может, это диспетчерская вышка? Похоже на то. Я залезу туда и устрою им козу в огороде. Только на этот раз не забудь предупредить меня до того, как произойдет ядерный взрыв. Недостаточно энергии. Похоже, кто-то меня опередил. Поезд трогается. Отличный план. Да пошел ты. Псих, продолжай следовать за поездом. Мы не можем его упустить. Псих, я пока не могу сообщить расчетное время прибытия тяжелого транспортника. Передаю это руководству. Где мы можем устроить засаду? Подходящее место находится за мостом через реку Анг. Отряд моих инженеров движется к мосту, чтобы перекрыть его. Как только это будет сделано, мы перейдем к захвату контейнера. Понял. Ого! Глазам не верю. Эти чертовы механики меня кинули. У меня закончились боеприпасы. Парень, ты же ведешь поисково-спасательную работу. Чего же ты ожидал? Да, поиск и спасение. Будь они неладны. Слушай, я все равно могу помогать. Я буду с воздуха отслеживать объекты до тех пор, пока хватает топлива. Ого! Глазам не верю. Эти чертовы механики меня кинули. У меня закончились боеприпасы. Парень, ты же ведешь поисково-спасательную работу. Чего же ты ожидал? Да, поиск и спасение. Будь они неладны. Слушай, я все равно могу помогать. Я буду с воздуха отслеживать объекты до тех пор, пока хватает топлива, хорошо? Ты здорово мне поможешь. Ну что ж, начинаем. Корейский поезд приближается слева.
лагерь. Взорвите белые бензобаки. Спасибо за все. Списку это не относится, мэм. О'Нил здесь, он готов участвовать в миссии и может обеспечить доставку груза. Ладно, псих. До сих пор ты оказывался прав. Поверю тебе и на этот раз. Приступайте. Послушай, псих, у меня топливо почти на нуле. Я подготовлю транспортник к эвакуации. Ты знаешь, что делать. И не наломай дров в этот раз. Постараюсь. Поезд сбрасывает скорость. Остановка системы не предусмотрена. С контейнером что-то происходит. Псих, мы засекли неопознанные объекты на высокой скорости, движущиеся в твоем направлении. Они окружают контейнер. Что ты видишь? Пока ничего. Не нравится мне все это.
целью является контейнер. Охраняйте его. Приближается группа вражеских объектов. Еще нескольких засек радар дальнего действия. Удачи. Буду держать вас в курсе. Максимум брони. Ну идите сюда, уроды! Единственное легкое решение из всех, что вы приняли за день. Хорошо. Инженеры ждут вас. Помните, если эвакуация контейнера окажется невозможной, он не должен достаться корейцам. Повторяю, если вам не удастся вывести контейнер, уничтожьте его. О'Нил, я на мосту. О'Нил, ты меня слышишь?
твоя вещь, американец. Ну тогда спускайся сюда и отними. Кража — это грех. Поздоровайся с другом. Его поймали на нашем бою. Вот тебе и Женевское соглашение.
Максимум брони. Псих, это Эмерсон. Доложи обстановку. Ты знаешь, где я. Скажи максимум мне, скорость. Что делать. У тебя остался последний шанс завладеть контейнером. К сожалению, на максимум аэродроме брони. Его охраняют корейские группы особого назначения. Из штаба поступил приказ. При захвате контейнер не должен получить никаких повреждений, так что артиллерии и атаки с воздуха не жди. Готов? Так точно, мэм. Пришла пора взыскать с них должок. Максимум скорости. Внимание всех отрядов Сити! Это Танго-7! Столкнулись с серьезным сопротивлением. Многочисленные враги неизвестного происхождения. Требуется поддержка. Отбой! Танго-7, это Лима-5. Будьте начеку. Все отряды должны убраться оттуда. Повторяю, уходите. Направляйтесь к точке сбора Кило, вектор 1-7. Отбой. Никак нет, пятый. Мы в ловушке. Не можем выбраться. Запрашиваем немедленную помощь. Седьмой, это пятый. Доложи, что ты видишь. Так точно. У нас 20-30 наземных объектов. Пошли. Танго-7, это Лима-5. Будьте начеку. Все отряды должны убраться оттуда. Повторяю, уходите. Направляйтесь к точке сбора Кило, вектор 1-7. Отбой. Никак нет, пятый. Мы в ловушке. Не можем выбраться. Запрашиваем немедленную помощь. Седьмой, это пятый. Доложи, что ты видишь. Так точно. У нас 20-30 наземных объектов и 6-7 в воздухе. Седьмой, это пятый. Ты меня слышишь? Седьмой, это пятый. Ты меня слышишь? Главными ангарами. Ты должен пробраться туда, а я пока выйду на связь с нашим тяжелым транспортником. Жди. Понял. Псих, имей в виду. Все силы штаба готовятся к отступлению и перегруппировке. Нам пока неизвестны масштабы новой угрозы, но до тех пор, пока выход из ситуации не будет найден, мы выводим регулярные войска из этой мясорубки. Единственная невыполненная миссия твоя. Понял, босс. А Данила есть известия? Нет. Вероятно, он, как и прочие, покинул остров. И эти существа уничтожают все вокруг. Да, разумно. До формирования сферы мы некоторое время удерживали контроль над этим аэродромом. Вот данные о расположении складов с боеприпасами. Принял, босс. Работе.
системы связи. Это объясняет странное поведение рации. Тебе придется направлять транспортник с Земли. Контрольная вышка должна обеспечить достаточно устойчивую радиосвязь. Проберись туда и скоординируй эвакуацию с грифом 19. Будет сделано, мам. Максимум скорости. Достаточно энергии. Убить его! Энергии.
достаточно энергии. Сади раненых на другой самолет. Это приказ из Пентагона. А у меня здесь командир спецназа. Так что пока я не получу приказа сверху, ничего не выйдет. Блин. Извини, хищник. Удачи. Девятый. Это Грим-2-4. Выполняю. Понял. Направляюсь к авианосцу. Отбой. О'Нил, где тебя черти носили? Долго рассказывать. Меня чуть не грохнули на мосту. Ему приказали эвакуироваться, псих. Помогая тебе, он нарушает прямой приказ. А теперь двигайся прямо к контейнеру. Ты должен отстоять его любой ценой. Знаешь что? Забей.
Если бы я мог, то был бы там. А теперь пора мочить этих засранцев. Отлично, помогай. Тебе нужны пушки посерьезнее. Видишь разбитый Си-18 на посадочной полосе? Я слышал, что этот самолет перевозил наше последнее экспериментальное оружие. Плазменную пушку для ближнего боя. Я загрузил код доступа. Давай за ней. Совсем другое дело. We'll be right back.
почти у цели, псих. Мы его нашли.
Понял. Насчет инцидента с синим кодом. Забей! Ты, конечно, засранец, но иногда даже засранец может оказаться прав. Отличная работа, псих. Ты просто молодец. Спасибо, мэм. Ты тоже молодец, О'Нил. Забирайте контейнер. Достаточно. Дорога к авианосцу свободна. Понял, мэм. Громко и четко. Псих, двигайся к контейнеру. Я на подходе. Что, брат? Это он? Что в нем такого особенного? Она не самоликвидировалась. Кипок장치를 가져오라! Отвезем ее в Корею для инженерного анализа. О'Нил, я убил пилотов. Вытащи нас отсюда. Становится жарковато, а? Янки закидали. Я британец, ты балбес. Лови. Поздоровайся с друзьями. Эта чертова штуковина слишком тяжелая. Толчок бы мне не помешал.
пожалуй, и все. Точно все. База — это Сьерра-2. Последняя птичка на острове. Беру курс на авианосец. Мы едем домой. Ты как, Намат? Ты обезвредил боеголовку? Старина Намат всегда печется о своей миссии. Давай-ка выбираться отсюда.
Thank you.